мы их не видим. Смотри. С правой стороны. Видишь, двух впереди. Первого периода без деградации. Видите, ангел Божий, правда, постамент вот. И херувины, шестикрылые херувины вокруг престола Божьего. Видите? Ну, здесь нам картина знакома. Древо миров, люди, мысли, бытие творящие, два слева справа. Род небесный, род земной, да, то есть мы видим. И в середине Бог, да? Вот небесный, род земной, и в середине Бог. Тут все как бы видно очень хорошо. Да, то есть мы видим. Это то, что нам из круга Мальцева известно, как бы как он выглядит. И вот смотрите, вот графа, как порядок, Бог как порядок, основание, так сказать, для того, чтобы человек стал богоподобен и, так сказать, Богом, живущим и творящим как бы на земле. То есть три состояния одновременно, вот эти вот три состояния одновременно, и есть Бог. Треугольных постаментов, это у нас как бы соответствие, вы видите, да, в центре. Вот это вот долг, вот это долг, а вот это отречение. Вот сам Бог весь над головой у нас как бы нарисован полным. Монастырь очень интересный, с чеканкой. То есть, я так понимаю, он не молодой, не старый, но он не, как бы, не древний монастырь был. Точнее, он тут здесь на его месте был древний монастырь, я уверен. В общем-то, и как бы этот древний монастырь как бы был разрушен, он восстановлен, реставрирован. И вот теперь он выглядит так, освежен, все росписи восстановлены, реставрированы. Mm-hmm. Монастырь в центре города очень как бы интересный, сам как бы, по себе, его если поснимать, походи. Завтра этим вопросом займемся на хорошую камеру, я завтра все сниму здесь в полном объеме, чтобы были хорошие снимки, как бы, которые позволяют потом сделать книгу, это все вставить, как бы объяснить, как устроен Бог, как выглядит Бог и так далее. Вот интересное очень пришествие Драфы, видите, с камня. Пришествие Драфы, вот второго периода икона. Драфа и Иисус Христос, рождение корабельного Бога, пришествие. Вот, видите, как он выглядит из огня, угу. Появляется Дева Мария с Христом. То есть это пришествие как бы, корабельного Бога и ознаменование третьего периода, символ третьего периода как бы, деградации человечества. Очень как бы, интересно. Как бы, вещь.